Сегодня мусульманский мир переживает один из самых тяжелых периодов в своей истории. Проливается кровь тысячи невинных людей. История не знает, чтобы когда-либо мусульманская умма оказалась в такой сложной и противоречивой ситуации, как сейчас. Источник наших общих бед – это отсутствие религиозных знаний. Именно отсутствие знаний привели к разногласиям и разладу в исламской умме. К сожалению, об этом обычно пишут и говорят журналисты, политики и военные, которые в силу ограниченных знаний об в исламе не всегда оценивают ситуацию объективно и масштабно. Книга «Открытое послание» является одним из последних трудов известного мусульманского деятеля и богослова шейха Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа, одного из величайших и выдающихся ученых нашей эпохи. Книга состоит из четырех основных составляющих. В первой части описывается история возникновения террористических движений, условия и причины появления вооруженных формирований. Вторая часть книги посвящена вопросам основ фикха. В третьей части книги цитируется, собственно, открытое послание, которое подписали 126 авторитетных улемов мира. Четвертая, заключительная часть книги посвящена примерам из истории, которые имели место во времена праведных халифов. Дорогие друзья, надеемся, что по милости Всевышнего вы сможете извлечь из этой книги очень много ценной информации о причинах сегодняшних событий в исламском мире и их решениях, а также найдете ответы на многие вопросы, которые беспокоили вас.